Мои любимые, всем здравствуйте! Кто меня не знает, я Кейт Спирит, коуч по телесно-духовному развитию. Занимаюсь тем, что помогаю уникальным людям раскрыть их таланты. Да-да, именно так. Зачем мы живем? Вы когда-нибудь задавались вопросом, и кто мы такие? На самом деле мы подобие Бога, подобие Творца. Соответственно, творец от слова творить. И мы все сюда пришли, в этот мир, для того, чтобы телесно-духовно совершенствоваться через раскрытие своих чакр. Либо, если сказать социальным языком, то реализовать себя в 7 сферах жизни. Да-да, вы не ослышались. Именно 7 сфер жизни определяет наше счастье, нашу радость, нашу целостность, назовем ее неуязвимость. Все сферы жизни должны быть человеком познаны и реализованы. Раскрыты, познаны, реализованы, и эта реализация должна приносить как минимум монетизацию. Скажите, какая замечательная формула? Весьма заманчиво, правда? Жить не тужить и, кайфуя от жизни, зарабатывать. Если вам такая формула подходит, то это именно то, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Провожу коуч-программы, коуч-консультации по самосовершенствованию личности именно по 7 направлениям. Давайте их разберем, эти 7 направлений, поскольку я сама проходила этот путь эволюции поступательно, 7-летними циклами, раскрывая каждую последующую чакру и реализуя каждую сферу жизни своей карме. Ну что ж, если вы готовы, то записывайте, будем изучать ваши сферы жизни и анализировать их. Первое – это, конечно же, здоровье. Если у вас есть какие-то дисбалансы в области здоровья женского, мужского, иммунитета, лишний вес, бессонница, может быть, как, например, я страдала мигренями. Все, что связано с самосовершенствованием тела, раскрытием его энергетических каналов, его чакр, очень важно себя структурировать, потому что тело, как кожа, это выделительный орган, это то, что представляет ваш каркас, это ваша материя, это структурированное обличие ваших мыслей и образа действий. Хочу сказать, что я родилась очень больным ребенком, и для меня здоровье – это был вопрос первостепенный. И все свое детство я провела в инфекционных больницах, санаториях, с которых капал с крыши гудрон. И я годами не видела маму, потому что все время была на каком-то стационарном лечении. Но в 14 лет я поняла, что все, теперь я хочу взять ответственность за свое здоровье в свои руки и разобраться с этим раз и навсегда. Именно поэтому я создала программу, которая помогает самоисцеляться и становиться самим целителями. И если вам откликается такого рода коуч-сессия, такого рода коуч-программа, как стать целителем, как себя исцелить, и как на этом зарабатывать? Естественно, зарабатывать. Всю жизнь я себя врачевала йогой, и теперь, конечно же, я даю эти индивидуальные уроки во благо всем страждущим, кто хочет себя трансформировать, себя исцелить через телесные практики. Ну что ж, далее мы переходим ко второй сфере. Она самая увлекательная, потому что отвечает за удовольствие. Да-да, именно так. В удовольствиях мы тоже должны реализоваться. Вы что же думаете? Я только работаю 24 часа в сутки. На самом деле я работаю больше, но удовольствие должно быть в равной степени сгармонизировано в жизни каждой жрицы. Итак, что для вас удовольствие? Давайте разберем. Вот для кого-то это секс, пишут немногие. Да, конечно, сексуальным образованием важно и нужно заниматься. И это воистину благостная практика, удивительный исцеляющий ритуал, которым должна владеть каждая жрица, каждая женщина. Потому что, не познав свою сексуальную энергию,
Вы не сможете, во-первых, полноценно ощущать финансовую сферу, поскольку секс и деньги очень связаны. Если вы раскрыты сексуально, то через вас идут финансовые потоки. Именно так. Так оно работает. Поэтому раскрыть в себе сексуальную энергию кундалини, познать свою уникальность, эрогенные зоны, своих сексуальных тотемных животных, разобраться в тантре, разобраться в высшем сексуальном мастерстве – задача каждой жрицы. Поэтому, женщины, приглашаю вас на коучинг-программу «Высшее сексуальное мастерство». Ну что ж, мы только о сексе и о сексе. Давайте поговорим еще и о другого рода удовольствия. Для кого-то это питание. И многие от этого даже имеют последствия, как коррекция веса. Здесь тоже очень важен баланс и как корректировать свой вес, и как зарабатывать на питании, как стать нутрициологом, веганом. Все это тоже мы разбираем на индивидуальных программах по коучингу семи сфер жизни. Для кого-то удовольствие – это путешествие. Вы знаете, я себя тоже позиционирую человеком мира. И как и вы, всю свою жизнь путешествую. Говорю, что земной шар – это моя квартирка. И какую я хочу комнатку, такую выбираю. Вот сегодня я живу в Майами, мне очень нравится Sunny Isles. Я живу в роскошной вилле на первой линии Атлантического океана. И каждый день встречаю рассветы, медитируя на бесконечный, бескрайний, удивительный океан. Сегодня мне нравится здесь. До этого я жила в Таиланде, во Вьетнаме, в Европе. Теперь Америка мой дом. Хотя я родом из Сибири и полжизни прожила в Москве. Это тоже удивительные пространства, которые вибрируют с определенной чакрой и дают нам силу для раскрытия каждой чакры, каждой сферы жизни. Например, Москва отвечает за культурное наследие, за образовательную деятельность, за личностный рост. Это уровень шестой чакры, пятой чакры. Очень важно ее раскрывать. Ну что ж, мои любимые, если вам тоже хочется путешествовать и познавать культуры, этносы стран, заниматься самообразованием, реализовывать свой талант в разных странах мира, буду счастлива пригласить вас опять-таки в свой ментор-клаб, где я занимаюсь тем, что продюсирую вас как уникальных специалистов, как уникальных личностей. Ну что ж, идем к следующей сфере жизни. Заинтриговала вас? Если да, скорее за мной. Итак, третья сфера, самая важная, хотя они все в равной степени важны и нужны. Но мы поговорим о бизнесе. Да-да, именно так. Несмотря на то, что я прекрасная фея, прекрасная леди, наслаждаюсь отношениями, наслаждаюсь любовью, наслаждаюсь красотой, природой, целительством, все-таки для меня было очень важно монетизировать все свои таланты, все свои сверхспособности и свою любовь, свою энергию. Очень важно ее монетизировать, потому что если у нее нет цены, она ни для кого не ценна. И как себя упаковать, как сделать из себя личный бренд, как представить свои услуги, товары, консультации. Это тоже очень-очень важно. И я с большим удовольствием помогу вам пройти этот путь, потому что в свое время для себя когда-то все это создавала. Как создать свой сайт, как сделать лендинг-пейдж, как себя презентовать в соцсетях, как себя продвигать, таргетинговая реклама, визуальный образ, упаковка личности, маркетинг-план, контент-план, опять-таки презентация вас как уникальной личности с вашими услугами, как целителя на моих соцсетях и порталах, на моих сайтах. Это очень-очень важно. Себя представить как личный божественный бренд. Вот расскажите, какой вы бренд, в чем ваша уникальность, и пространство будет помогать вам в самореализации. Мы сейчас прошли третью сферу, третью чакру и постепенно переходим к четвертой. Четвертая. Для нас, для божественных женщин, это отношения. Да-да-да.
Для женщины особенно важно самореализоваться в отношениях. Почему? Потому что именно мы за них ответственны. Мужчины ответственны за политику, за, скажем так, внешнее проявление баланса, а женщина, конечно же, формирует отношения. И здесь тоже тема сексуального самообразования, гармонизации баланса в отношениях. Это могут быть системные расстановки, это может быть программа материализации партнера, программа принятия партнера, найти партнера. Все это требует усилий, все это требует вашего внимания, концентрации и осознанных действий. Здесь также подойдет коуч-программа, где мы сможем сделать материализацию партнера и по 7 ступеням пройти к достижению своей цели в области отношений, созданию семьи, то божественного очага, который греет каждую женщину. Вот я сейчас, вы знаете, нахожусь в отношениях с американцем. Он по происхождению джуиш, еврей, который прожил всю жизнь в Америке. И вы знаете, я всю жизнь мечтала о мужчине, который был бы еврей, но жил бы в Америке с американским гражданством. И так оно и случилось. Еще я всегда мечтала о мудром меценате. И именно так и произошло в моей жизни. Все мечты сбылись, но я делала материализацию, я проходила коучинг и очень ответственно подходила к подбору кандидатуры, с которой захочу реализовать свои чувства, эмоции и сексуальную энергию. Чего и вам желаю. Итак, следующий пункт – это пятая чакра, наша Вишудха. Это наши границы, наши таланты. Любимые, каждый из вас обладает бесчетным количеством талантов. Как минимум я насчитала 7 базовых по каждой сфере жизни, в области здоровья, удовольствий, профессиональных навыков, отношений, талантов, в области миссии предназначения, в области путешествия, целительства и так далее. Я еще рекомендую вам всем инвестировать в себя, поскольку вы самый интересный бизнес-проект. Да-да, потому что вы, люди, творцы, пришли сюда, чтобы творить. И когда вы творите, вы становитесь изобильными. Но чтобы раскрыть ваши творческие таланты, очень важно на этом концентрироваться. И очень часто бывает ситуация, когда ваше внимание рассеивается по какой-то причине. Либо вы неправильно планируете день. Я, когда провожу коуч-сессии, обращаю внимание, что у многих вас распыляется внимание, у кого-то только на семью, у кого-то только на профессиональную деятельность. И не хватает энергии на раскрытие своих талантов. А ведь на талантах самое приятное зарабатывать. Вот я в свое время осознала в себе такой талант, как упорство. Представляете, упорство? Казалось бы, да? Но что это за талант такой? Вот танцы, йога, живопись, вокал. Вот это талант. А что такое упорство? Друзья, представляете, это единственный мой талант – это упорство. Вот вижу цель, не вижу препятствия. И куда я свое упорство направляю, там я и результативна. В отношения, в самореализацию, в свой личный бренд, в путешествия, в создание онлайн-курсов, которых у меня уже больше 50. Представляете, во всем есть результат. Однажды я сказала: о, почему бы мне не начать танцевать? И вы знаете, я создала собственный курс, который называется «Йога Йони», «Йони Пилония». Поэтому, раскрыв свой талант в виде упорства, я хочу с вами со всеми им поделиться. Как раз через коуч-сессии, коуч-программы, менторство, членский клуб «Ментор Клаб», где я, собственно, и раскрываю таланты своих чудесных учеников и других специалистов в области телесно-духовного развития. Да, вот такая классная получается комбинация, алхимия. Мой талант в виде упорства и ваш талант в виде ваших профессиональных навыков. Ну что ж, давайте перейдем к следующему пункту, к следующей чакре, к следующей сфере жизни. Это сверхспособности. Каждый из нас является медиумом. Однозначно. Все мы умеем читать мысли, обладаем гипнозом, читаем таро, руны, нумерология, астрология.
все мы являемся ментальными менторами для следующего поколения, поскольку обладаем уникальной тканью энергии, неповторимой. И мы всем нужны, потому что мы одна душа, одно целое. И когда какая-то часть отделена от другой, мы чувствуем недостаток. И вот чтобы восполнять этот достаток в друг друге, мы объединяемся. И это происходит в моей жизни через менторство. Когда я помогаю своим ученикам самореализоваться, раскрыть таланты, обрести здоровье, увеличить финансовый поток, найти вторую половинку, начать мыслить по-другому, расширенно, стать человеком мира, независимым, удачливым, целостным, изобильным, быть в состоянии Творца, сбалансировать все свои чакры, все свои сферы жизни. Вот это то, за что отвечает у нас шестая чакра, за образовательную деятельность. Любимые, если вы являетесь уникальным специалистом в области целительства, в области телесно-духовного развития, в области spiritual education. Spiritual – это медиумы, как я уже сказала, это люди, философы, духовные наставники, астрологи. Если у вас есть свои продукты в виде онлайн-курсов, либо наработки, знания, книги, буклеты, you are welcome, приходите в мою академию по телесно-духовному развитию, и я буду счастлива открыть вашу кафедру, которую вы возглавите, и начнете осознанно образовывать вновь прибывших учеников, страждущих. Ведь вообще задача жизни в себе не только раскрыть талант, его совершенствовать всю свою жизнь, а дальше передавать. Только тогда мы являемся самодостаточными и изобильными, передать знания следующему поколению. Если у вас до сей поры не хватало внимания, энергии, упорства, силы воли для того, чтобы открыть свою кафедру и академию, не волнуйтесь, я это сделала за вас, и моя задача – суметь помочь вам продолжить ваше дело через свои ресурсы, через свою платформу Академии Kate Spirit. Вот так, мои любимые, вот такой чудесный круг сансары, семь чакр. И можно еще немножко поговорить о балансе всех сфер и о путешествиях. Я знаю, что многие из вас любят путешествовать, и это путешествие можно наполнить сверхсмыслом, а именно начать проводить ретриты, путешествия осознанные, в которые вы начнете включать не что иное, как реализацию своих талантов, и начнете делиться своими уникальными практиками по самосовершенствованию. Классная концепция, правда? Вот с такими концепциями я путешествую по всему миру. Посетила более 20 стран мира, где провела ретриты по раскрытию чакр, по телесно-духовному развитию через телесно-духовные практики. Вот так оно все в этом мире вот так взаимосвязано. И моя самая большая страсть – это помогать другим становиться целостными, уникальными творцами, просветленными личностями. Просветленная личность сказано пафосно, но на самом деле мы сюда все пришли в этот мир просветиться в большей или меньшей степени. И каждый по-своему, каждый сияет по-своему. И это такое счастье, такая радость находиться среди себе подобных людей и любоваться вашим светом, вашим цветением, вашим свечением. Расскажите о своих талантах, в чем вам нужна помощь, в продюсировании, в раскрытии ваших талантов, в здоровье, в целительстве, в путешествиях, в удовольствиях, в отношениях. Поделитесь под своими комментариями, кому в чем нужна помощь. И для того, чтобы наше обучение, наш коучинг пришел к старту, жду ваших писем к себе в личку, в WhatsApp. У меня два номера, Майами и Москва. Опишите свой запрос и оставьте комментарии, какую программу вы для себя хотите. Я вам еще раз их зачитаю. Здоровье, удовольствие, карьера, отношения, личностный рост, таланты, самореализация, продюсирование.
Всех жду на коуч-сессиях, и наше обучение начнется. Подписывайтесь на канал «Экологичное тело», где вы найдете очень много бесплатной информации, уроки обучающие, массажи и так далее. Инстаграм Kate Spirit Yoga и мой сайт katespirityoga.com. Ну что ж, увидимся, до скорых встреч, всегда ваша Kate Spirit.